Петербург остается такой моей маленькой родиной. А в Москве я работаю, там больше возможностей. И мне там хочется работать. Я не могу в Петербурге работать. Я не могу себя как-то применить. Вот все, что я могла здесь добиться, я добилась. И граммофоны были, и сольные концерты, и альбомы выпускала. А теперь все то же самое нужно сделать в столице. Потому что только через Москву можно выйти на другие регионы нашей страны. Чуть свет уж на ногах. Сотовый разрывается от звонков, ежедневник пестрит встречами. Не певица, бизнес-леди. Зара Мгаян строит новую музыкальную корпорацию имени Зары, без фамилии и на английском. Новая Зара сменила маленькую родину на многообещающую столицу, строгие романсы на легковесную попсу, продюсера Квашу на композитора Дробыша. Девочка созрела. Я очень хотела поработать с Дробышем. Я его часто видела на сборных концертах звездных в Петербурге, в которых участвовала. И он стоял такой звездный, он такой харизматичный. И я очень хотела к нему подойти, попросить песни. И даже один раз посмела. Да, Зарочка, обязательно. Ну, такой он у нас безотказный. Но, конечно, до дела никогда не доходило. Главный приз сегодня сейчас, получает Андрюха. Должен быть звук такой. Да. То есть больше всего голосов сегодня получает... Объявляй. Зара! И тут такой проект. Я понимала, что если я сейчас не пойду на кастинг, то я еще ближайшие полгода Виктора Яковлевича точно не увижу. И я поняла, что вот этот вот проект – это большая возможность. Конечно, где-то я себя должна была сломать. И многие считали, что это какое-то отступление назад для карьеры и для меня, как для артистки. Но, наверное, иногда нужно... отступить назад, чтобы сделать такой решительный шаг вперед. И жизнь моя тогда в сказку превращается, как за глаза мои в твоих глазах теряются. Среди полуфабрикатов готовый продукт. Не учите Зару петь, она с 12 лет на сцене. Не говорите, как надо вести себя со зрителем. Она до проекта дала три сольника с аншлагом. Преподаватели нервничали. Не по возрасту умна, не по возрасту песни себе выбирает. Где это видано? Мудрая, опытная дива 23 лет. Светила шоу-бизнеса, взялись за дело. Переделали, перекроили. Все, что я уже проходила лет 10 назад, вот они только сейчас, вот они проходят, они хотят себя проявить, все танцуют, поют, все в мини-юбочках. А я такая уже состоявшаяся, и было тяжело себя сломать. Настали на том, что ты молодая девочка, тебе всего 23, а на фабрике было вообще 22. Ты должна выходить в молодежной одежде, в джинсиках, в более коротких юбках. И, конечно, выхожу в коротких юбках и еще неправильно ноги ставлю, потому что привыкла, что кринолиновое платье, и там ничего не видно. И как удобно, так и стою. Сейчас приходится контролировать эти моменты. Просто так получилось. Вот опять же, с 12 лет я общалась с людьми, которые старше меня. Им с ними было интересно. А сейчас я стала понимать, что мне интересно со сверстниками. Может быть, опять же, после этого проекта я стала ощущать себя на свой возраст. После проекта появилось много артистов, и, конечно, наш центр должен был, ну, нехорошее слово, выбрать, с кем работать, на кого делать ставку. И, честно скажу, центр настаивал на то, чтобы я заключила с ними контракт, и мне это было очень лестно. Есть очень талантливые ребята, которые, к сожалению, незаслуженно забыты. И я это связываю с тем, что они слишком долго вот купались в этих лаврах, которые последовали после «Фабрики звезд». Да, вот эта вот слава, такое обожание слепое детей. А нужно было сразу работать. А нам повезло, что мы вот этот опыт переняли и уже таких ошибок не допускали. Алло, сегодня на сцене за роялем. Раз, наконец-то. Все,
что ей почетное, ничего не значащее третье фабричное место. Ей одобрительное слово модного продюсера, да пара песен нового композитора больше скажут. Пока другие фабриканты колесили по стране с прощальными гастролями, Зара распевалась в студии для нового альбома. Пока одни наговаривали журналистам мемуары о жизни на проекте, Зара не давала покоя Дробышу, заставляла думать о себе. Я честно скажу, честно, пусть на меня никто не обижается, если ты сама собой не будешь заниматься, то и продюсер тобой заниматься не будет. Если он видит, что ты активна, что ты собой занимаешься, то и он заинтересован во всем этом. К сожалению, всегда заинтересованы в тебе только твои родители, твои близкие. Конечно, очень хочется, чтобы был такой продюсер, когда ты расслабляешься и... Он-то тебя все делает, но я прекрасно понимаю, что у него среди подопечных тоже талантливые певцы и певицы, и всем нужно уделить время. И, конечно, приходится там Виктора Яковлевича ловить в Финляндии, и он говорит, все, сейчас. Говорит, все, позвонит в пятницу, в субботу вылетай. И там у тебя виза просрочена, и ты звонишь в это консульство, и хорошо, что там есть знакомые, тебе срочно делают эту визу. И ты вылетаешь, значит, в субботу, и в субботу уже пишешь две песни, в воскресенье, там, если там есть что-то там не получилось, переписываешь, и в воскресенье вечером улетаешь. Родители меня всерьез не воспринимали. Я пела в местном доме культуры, возглавляла хор. И только там знакомые говорили, вот дочка у вас тут сегодня пела, вот у нас там ребеночек в третьем ряду справа поет, мы приходим на концерте, а у вас она солирует, а вы не приходите на концерт. И всем казалось, что льстят. Родители, я думаю, сами не осознавали и не заметили. Конкурсы были. Потом папа стал помогать мне делать аранжировки профессиональные, да. Как-то все было вот за счет семейного бюджета. 99% бюджета семейного всегда уходило на меня. Я очень волнуюсь, меня уже зовут, я побежала. У новой Зары новый статус. Ей теперь роль звезды исполнять велено. Шоу-бизнес научит строже относиться к журналистам и тщательнее выбирать слова для интервью. Больше о творчестве, ни слова о жизни личной. Это раньше город шумел о предстоящей свадьбе. В подробностях обсуждал невестку губернатора. Это раньше всем городом переживали развод. А на сегодня хватит. Страна узнает Зару другую. Не ту, совсем не ту. Было, все прошло, нет. Я просто про это не буду говорить. Вот это закрытая тема. И просто смешно говорить о том, что развод прошел без переживаний. Все было, все было. И это все в копилочку. Конечно, я, как любая девушка, мечтаю о семейном счастье. И я просто думаю, что вот сейчас, наверное, представился случай, когда я должна себя посвятить карьере. Я думаю, через несколько лет у меня должна быть и семья, и дети. И любая артистка, да и любая женщина не должна себя лишать этого ради карьеры.